Всем привет, прекрасная Лера Маслова и я, Денис Савченко. Сегодня Suzy Q Variations, вариации Suzy Q. Самые основные, распространенные, наиболее часто используемые. Давайте вспомним. Suzy Q, вариант номер один, Suzy Q с базовым шагом, с паузами в счет 4 и 8. Базовый шаг. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Базовый шаг. Seis, siete. Dos, tres, Suzy Q, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, базовый шаг. Dos, tres, seis, siete. На что мы обращаем внимание, выполняя фигуру Suzy Q? На том, что мы должны все-таки делать твисты. Твист, твист, твист. Да? Дальше, мы следим за положением наших стоп. Очень важный момент, особенно леди. Мальчиков это тоже касается. Контролируем, что у нас всегда ножка на выворот, стопа на выворот, пяточка видна, да? То есть партнерша всегда, когда тренируется, работает над своим шагом, следит за положением стоп в зеркале. Очень важный момент, да? Что мы всегда, наши стопы смотрят в направлении, куда и наш корпус смотрит, ни в коем случае не косолапим, даже не держим ровно. Вот это уже неправильно. Чуть-чуть всегда на выворот стопа, всегда. Выполняя фигуру Suzy Q. На базовом уровне это отрабатываем, а дальше уже усложняем непосредственно сам шаг. Со спины. Suzy Q. Базовый шаг. Uno, dos, tres. Suzy Q два раза подряд. Seis, siete. Suzy Q. Suzy Q. Suzy Q. Базовый шаг. И uno, dos, tres. One more time. Seis, siete. Suzy Q. Suzy Q. Suzy Q. Suzy Q, базовый шаг, dog stress, say set. Отлично. Когда выхожу из Suzy Q, очень часто, анализируя свои видео, видео под 40, которые мне нравятся, и, конечно же, шаг девочек, потому что я считаю, парням есть чему поучиться, я всегда выхожу в кросс, прям кросс, кросс, uno, dog stress. Да, то есть не в ровный, посмотрите, uno, dog stress. Cinco, seis, siete. Вот из данного положения мою ножку, которая сзади находится, видно. Я выхожу не мимо вот сюда, а через вес, через верх, до стресс, через верх. То есть завершив фигуру Suzy Q, та нога, которая сзади, я стараюсь, чтобы всегда была видна, и шагая вперед, через верх кроссом, выхожу, чтобы опять было видно теперь левую ногу. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Такой шаг, он чище, выглядит очень чисто и красиво. Обращаем на это внимание. Это был первый вариант. Следующий вариант это Suzy Q плюс. Suzy Q плюс, да? По счету. Базовый шаг. Uno, dos, tres. Suzy Q плюс. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Очи. Uno, tres. Cinco, seis, siete. Базовый шаг. Dos, tres, Suzy Q плюс, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Uno, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, seis, siete. Со спины. Базовый шаг. И. Dos, tres, let's go. Seis, siete. Dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Uno, tres, cinco, seis, siete. Еще. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Обратили внимание, что здесь появился кросс. 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 Который мы уже в предыдущем, в первом варианте basic уже отработали и делаем. Да? То есть, завершив фигуру Suzy Q, мы выходим всегда кроссом. Dos, tres. Да, вот Лерочка показывает. Через верх. До стресса. Вот сейчас то же самое, когда мы делаем Suzy Q. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. У нас кросс. Кросс. Да? Как мы делаем сюда кросс? Через верх, через верх. Поднять колено вниз. То есть думать, конечно же, про стопу нужно в первую очередь. Да, стопа, что у нас всегда вниз должна смотреть. Не вот так вот, да? Не вот так вот. Не надо так показывать. Не надо. Всегда стоп. Носочек смотрит в пол, да, всегда не косолапит ни в коем случае. Носочек всегда в пол, стопа на выворот, носочек в пол и колено поднимать. То есть работать над тем, что
Должна быть сила поднять колени, поэтому не стесняемся тренироваться. Так, дополнительно, да, чтобы хватало силы поднять колено. Если нет силы поднять колено, то пятку, носок вы тоже не сможете вытянуть. Она будет внизу где-то, всегда нога. То есть растягивать эти мышцы, чтобы уметь поднимать колено и вытягивать. И уметь делать кросс. Окей. Еще раз по сюзюки плюс. Сюзюки плюс. Uno, dos, tres. Пауза. Cinco, seis, siete, ocho. Un с паузой. Кросс. Tres. Продолжаем сюзюки. Cinco, seis, siete. И опять кроссом выходим. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Сюзюки плюс в традиционном варианте заканчивается именно вот так вот, в базовый шаг. Бывает такой еще усложненный, когда мы завершаем фигурой ча-ча-ча, да? Но ча-ча-ча мы проделываем на месте твистами. Ча-ча-ча. Как это выглядит? Покажем. Базовый шаг. Cinco, seis, siete. Базовый шаг. Dos, tres, let's go. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, tres. Cinco, seis, siete, cha-cha, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. То есть мы завершили на счет 7. 5, 6, 7, 8 раз. Вверх выросли, выдыхаем. 2, 3, 5, 6, 7. То же самое со спины, посмотрите, ребята. Базовый шаг. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, tres. Cinco, seis, siete, cha-cha, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Да, когда мы делаем твист ча-ча-ча, не забываем, что у нас есть варианты различные, но в данном случае всегда носочки будут смотреть в одном направлении, и мы вырастаем ча-ча, uno, dos, tres, cinco, seis, то есть на вдохе. Ча-ча, вдох, dos, tres, cinco, seis, siete. Дальше, продолжаем. Это был вариант 2, то есть первый вариант у нас базовый шаг, второй сюзюки. Второй вариант. Это у нас сюзюки плюс. Мы рассмотрели два варианта с выходом в конце ча-ча-ча. Дальше мы делаем с мамой, да? С паузой. Со смещенной паузой. Посмотрите. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Пауза. Пауза, да? На раз. На раз пауза. Dos. Dos, tres, cuatro. Seis, siete, uno. Точнее, dos, да? Он вот так, еще раз, ребята. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Dos, tres, cinco, seis, siete. Вам вот так. Uno, dos, tres, seis, siete. Ох, еще раз, ребята. Раз, два, три, вам вот так. Шесть, семь, восемь. Два, три, четыре. Шесть, семь, восемь. Два, три, пять, шесть, семь. Со спины посмотрите, пожалуйста. Базовый шаг. Uno, dos, tres. Seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro. Seis, siete, ocho. Dos, tres, cinco, seis, siete. Базовый шаг. Dos, tres. Вот так. Шесть, семь, восемь. Два, три, четыре. Шесть, семь, восемь. Два, три, пять, шесть, семь. То есть мы делаем сюзюки со смещенной паузой. В счет раз у нас, да, получается, и пять, да? Счет раз и пять у нас теперь пауза. Смещенный базовый шаг делаем точно так же с сюзюки, когда это в комбинации с, можно так сказать, с традиционным базовым шагом. Очень интересно смотрится, красиво. Это вариант 3. Третий вариант сюзюки, который мы тренируем. Дальше двигаемся. Full count. У нас еще full count. Full count — это когда мы все паузы, все счета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Заполняем сюзюки. Да, один из вариантов — это сделать в линию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, в тренировочном процессе очень это часто допускается, как развитие мышц, разогрев мышц. И как бы мы это часто делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, подождали немножко паузу, сделали в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В тренировочном процессе, да. В танце, в футворках не очень я это приветствую, как бы это слишком монотонно, не совсем интересно. Но когда это делается 3-3-3, очень прикольно смотрится. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres. Базовый шаг. Uno, dos, tres, full count.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, очі, 1, 2, 3, 5, 6, 7, со спины. Важно решать. И. 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, очі, 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, очі, 1, 2, 3, 6, 7. Full count Suzy Q. Следующий уровень это... Ча-ча-ча, да? С ча-ча-ча шагом. Suzy Q с ча-ча-ча по ча-ча-ча счет. Что это у нас получится? 1, 2, 3. 6, 7, ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча, 1, 2, 3, let's go, 6, 7, ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Синкопированный шаг в Suzy Q. Следующий уровень тренировки вашего Suzy Q. Со спины, базовый шаг. 1, 2, 3, 6, 7, ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча, 1, 2, 3, let's go. 6, 7, ча-ча-ча, ча-ча, ча-ча, 1, 2, 3, 5, 6, 7. По счету возложу, чтобы было легче, возможно, кому-то ча-ча-ча не совсем хорошо заходит и тяжело, да, по счету разобрать. Считаем. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 1, да, получается? 2 и 3, 4 и 5. Даже дальше нужно продолжать, да? 6 и 7, 8 и 1, 2, 3, 5, 6, 7. Даже больше, да? 5 раз нужно будет. Еще раз, базовый шаг. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 1, 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 1, 2, 3, 5, 6, 7. Даже еще больше. Получается, мы 5 раз, да, поменяли направление. 5 раз, 5 раз. Фигачить нужно много. Не всегда бывает, используют слово «заменить». Не всегда, конечно же, используют полный счет. Очень часто как раз используют наоборот. До счета 5. Ча-ча-ча, ча-ча-ча. Дальше у нас счет 5. Можно начинать новый переход. И какой-то вставляют 5 и 6, 7. Кик и 6, 7. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, 5 and 6, 7, базовый шаг, до стресс. Но для того, чтобы понимать каунт, понимать счет, конечно же, лучше тренироваться в возможностях во всех, в полных и в полном счете уметь это делать, чтобы у вас хватало силы. Тогда в футворках будет меньше вопросов и сложностей, когда вы встретитесь в реальном каком-то футворке. Еще разок, со спины давайте полностью счет просчитаем. Базовый шаг, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 1, 2, 3, базовый шаг. Let's go, 5, 6, 7, 8, 1, 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 1, 2, 3, 5, 6, 7. Окей, мы рассмотрели основные варианты. Suzy Q, конечно же, Suzy Q это одна из самых, наверное, распространенных фигур в футворках, особенно на начальном уровне. На всех уровнях она используется, конечно же. Но вы должны для себя помнить, какие основные нюансы. Что мы, это основа на твистах. Дальше обращаем внимание на положение, чтобы ни в коем случае не косолапило. Никогда ни партнер, ни партнерша. Всегда стараемся, чтобы перед вами ваш шаг был вот в таком положении. Не вот в таком. Если ваша грудная клетка в этом направлении направлена, вот в таком положении всегда ножка. Этим мы работаем и занимаемся в зале перед зеркалом, контролируем. Вместе с тренером, либо самостоятельно. Контролируем свою правую ногу, свою левую ногу. Дальше. Верх ног должен быть спокоен. Да? Очень хороший пример, когда вы опираетесь в стену. То есть верх у вас зафиксирован, а внизу вы делаете Suzy Q. Suzy Q, Suzy Q, Suzy Q. Спасибо, Леночка. То есть верх у нас зафиксирован, внизу у нас твист, 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 твист. Согласно счету, да? То есть, и поэтому вы можете самостоятельно, чтобы это почувствовать на начальном этапе, тренироваться через упор в стену. Такой хороший пример. И тренируем при выходе из фигуры Suzy Q выходить кроссом. Uno, dos, tres.
sin, cosec, e. От этого шаг чище становится и красивее, да? Про кросс помним. Мы контролируем как ту ножку, которую вперед выводим, что мы ее через верх носочком вниз, и ту ножку, которая сзади находится, чтобы она не косолапила, пяточку было видно, и она была не спрятана за ногой, которая впереди. Лерочка нам напомнила, мне напомнила, что у нас еще есть выход сюзикю, когда мы меняем высоту. Очень интересная, очень классная тема, когда мы вниз-вверх-вниз, да, прям я так и ассоциирую. Либо наоборот, вверх-вниз-вниз. То есть вниз-вверх-вниз, вверх-вниз-вверх. Вариации могут быть какие угодно. О чем мы должны помнить и над чем работать? Что у нас может быть акцент вниз в сильную долю, либо вниз, либо вверх. На ножку, которая впереди, либо на ногу, которая будет находиться сзади, да? Это очень такой навык, над которым необходимо будет поработать. Обратите внимание, предположим, делаем сюзикю. Раз, два, три, четыре, пять. И после счета пять, когда мы шагаем нашу правую ножку на счет шесть, нам нужно опуститься вниз. То есть мы твистуем на левой ноге и опускаемся вниз. На той ноге, которой мы сейчас находимся, на счет шесть на правой ноге, она находится внизу. Нам нужно продолжать твистовать и вырасти. Вот именно вот такой вот переход, чаще всего трудности возникают именно с ним, поэтому над ним нужно поработать. Еще раз, базовый шаг. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Со спины. Seis, siete. Dos, tres, let's go. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Отлично. Обращаем еще раз внимание ваше на то, что сюзикю делается через твист. И когда вы научитесь твист, да, делать саму фигуру твист, вы ее добавляете, красота, вы ее добавляете в сюзикю. И следующий ваш этап — это уметь менять высоту на любой из счетов.